мира, понимания и всего самого наилучшего вашим семьям. Разрешите начать концерт баянистов и аккордеонистов города Кривого Рога. Предоставляю слово одному из основателей Криворожской баянной школы, ветерану музыкального училища Дмитрию Николаевичу Ильину. Дорогие друзья, коллеги, слушатели, родители, дети, добрый день, дорогие любители баяна и аккордеона. Сегодня у нас необычный концерт. Я немножечко скажу предысторию этого нашего сегодняшнего праздника. В этом году, вот весной, в марте месяце, Ассоциация баянистов и аккордеонистов Украины, есть такая организация, где собраны все ведущие музыканты, баянисты, аккордеонисты, исполнители, преподаватели, студенты, которые объединяют всю Украину. Организовали такой вот, ну, я знаю, наверное, какой-то проект. Называется он «Дни украинского баяна и аккордеона». И эти концерты в рамках этих дней баяна и аккордеона проходят от Киева по всей Украине. Кто, может быть, интересуется, то в интернете, на сайте этой организации есть перечень всех-всех концертов, которые проходили и будут, наверное, еще проходить по Украине с точными датами, точным временем и с указанием городов. И наш концерт в том числе находится в этом списке, находится, издана даже такая специальная такой буклет, который объединяет все эти концерты. Так что концерт у нас сегодня особенный в этом плане. И, конечно же, это мероприятие, этот проект большой, он способствует популяризации, в первую очередь, расширению контактов, подготовке юных, начинающих и уже маститых баянистов, аккордеонистов, которые своим выступлением будут способствовать популяризации и прославлению наших любимых в народе инструментов баяна и аккордеона. Разрешите мне немножечко сказать несколько слов о истории баяна и аккордеона у нас на Криворожье. Криворожская баянная школа, в принципе, существует уже 50 лет, а, наверное, еще и больше, потому что начиналась все еще с детской школы, когда еще не было училища. Но с открытием музыкального училища все это приобрело уже такой организационный и постоянный характер. И наша Криворожская баянная школа славится своими достижениями по всей Украине, да и, конечно же, далеко за ее пределами. В создание ее внесли огромный вклад все педагоги-баянисты, которые работали в Кривом Роге и в училище на отделе народных инструментов и музыкальных школ. Наверное, прежде всего стоит вспомнить основателей Николая Андреевича Потапова, Георгия Акимовича Кулакова и многих других, которые с ними работали еще в музыкальных школах. Я потом перечислю, наверное, и педагогов школ дальше. Затем эту эстафету продолжили Дмитрий Николаевич Ильин, Анатолий Андреевич Семешко, Геннадий Филиппович Дубинин, Владимир Филиппович Пикуль, Александр Яковлевич Мовчан, Евгений Алексеевич Прохоров и многие другие преподаватели. Мы гордимся нашими выпускниками. У нас, наверное, вот среди студентов, выпускников училища самый большой список лауреатов всеукраинских, региональных, всеукраинских и, конечно же, международных конкурсов наших выпускников. Наверное, я перечислю только самых таких известных, самых значительных. Конечно же, это Анатолий Андреевич Семешко, профессор в настоящее время заслуженный деятель искусств Украины, профессор Киевской национальной музыкальной академии Украины. Это Владимир Зубицкий, композитор, баянист, исполнитель, всемирно известный. Это ученики, выпускники нашего училища Константин Жуков, Тамир Султан, Борис Меланчук,
Целая плеяда моих выпускников, наверное, их много очень перечислять здесь. Выпускники Геннадия Филипповича Дубинина, Владимира Филипповича Пикуля, Александра Яковлевича Горчана, Евгения Алексеевича Прохорова. Очень широкая география, где работают и выступают с концертами, и работают наши выпускники. Ну вот в Киеве, в консерватории и в институте Драгоманова работают Семешко и Жуков. В Казахстане доцентом консерватории в Астане является Дамир Султанов. В Соединенных Штатах Америки пропагандирует украинское народное искусство Сергей Шаповал. Александр Березин, директор в России Ханты-Мансийского колледжа искусств. Геннадий Копейко, артист ансамбля «Приска Франция». Сергей Троценко, солист ансамбля «Прятс Бэнд», всемирно тоже известного, который уже изъездил, по-моему, всю Европу. Наталья Вершинина, солистка ансамбля «Леди Шлягер», Москва. Владимир Рублевский, дирижер Донецкого оперного театра. Многие наши выпускники работают в музыкальных училищах Украины, России. Во всяком случае, очень широкая география наших выпускников и, естественно, очень большие достижения нашей Приворожской военной школы. Действительно, большую помощь, не только помощь, а является фундаментом, что ли, базой для наших успехов, наших выпускников музыкального училища, является музыкальная школа. Прекрасные студенты, все, вот кто здесь, конечно, были перечислены, выпускники наших, и многих я еще не назвал, все они, конечно же, прошли школу, в музыкальную, баянную, аккордеонную школу, в наших музыкальных школах. Я перечислю только некоторых педагогов, я, простите, очень много, наверное, всех перечисляю. Но наши ветераны Юрий Рефимович Капитонов, Вениамин Петрович Горенко, Валерий Алексеевич Демин и работающие сейчас, успешно работающие, постоянно участвующие в наших конкурсах городских, Лидия Павловна Ичкалова, Людмила Ивановна Баранова, Ирина Борисовна Платионова, Людмила Викторовна Литвин, Ирина Васильевна Викторовна Лисагор и многие-многие другие наши же бывшие выпускники, которые закончили с успехом училище и продолжают очень успешно и плодотворно и творчески трудиться в музыкальной школе. Вот каким, наверное, подтверждением наших больших достижений явилось то, что в Кривом Роге у нас было проведено уже 6 международных конкурсов Кубок Кривбаса, который был первым на Украине международным конкурсом баянистов и аккордеонистов. После нашего Кубка Кривбаса пошли уже эти конкурсы в других городах, прежде всего в Киеве. Вот. А наш конкурс был вот таким вот началом международного конкурсного движения в Украине среди баянистов и аккордеонистов. Это действительно заслуга и, наверное, большое достижение того, что именно в Кривом Роге, именно в нашем городе, именно на базе нашей Криворожской баянной школы был организован такой значительный конкурс. И последнее, что я хотел сказать. В сегодняшнем нашем концерте будут участвовать разные поколения исполнителей баянистов, аккордеонистов, от маленьких деток музыкальных школ до студентов и преподавателей музыкального училища, наши гости. Могу только сказать, что все, абсолютно все участники являются лауреатами конкурсов. Наших городских конкурсов «Украина моя», который вот в марте месяце прошел у нас очередной наш ежегодный конкурс, областных конкурсов, региональных конкурсов, всеукраинских конкурсов, международных конкурсов. Мы не будем объявлять каждого участника, что вот он является лауреатом каких-то конкурсов. Это, во-первых, очень долго, а во-вторых, понятно, что все сегодняшние участники – это лауреаты разных уровней конкурсов баянистов и аккордеонистов. Мы начинаем наш концерт. Пожелаем успеха нашим исполнителям. Спасибо. На сцене ансамбль «Рапсодия», руководитель Евгений Прохоров. В их исполнении прозвучит концертная пьеса Виктора Гридина
солисты Тимофей Стысяков и Андрей Бабенко. Thank you.
Татьяна Ревошапка. В их исполнении прозвучит украинская народная песня «Щедрик» Николая Леонтовича. Александр Дорецкий, «Мамин вальс», исполняет учащаяся детской музыкальной школы номер 12 Оксана Быкова, класс преподавателя Людмилы Литвин. Школы номер 11 Сергей Яшин, класс преподавателя Ирины Платионовой. Thank you.
номер 6 в составе Александр Полетаев, Станислав Степанишин и Ольги Никитиной, руководитель Людмила Баранова, исполнит для вас рэгтайм Скотта Джоплина. Thank you.
Владимир Фоменко, ронда стиля рэгтайма. Исполняет учащиеся Криворожской районной детской музыкальной школы Елизавета Завьялова, класс преподавателя Лидии Черновой. Thank you.
Яраскова, класс преподавателя Лидии Ичкалы. Thank you.
Харьковского областного музыкального училища Александр Бабенко. Класс преподавателя Дмитрия Ильина. Thank you.
номер 1, 2 и 3 части. Исполняет студент 3-го курса Криворожского областного музыкального училища Тимофей Стысяков, класс преподавателя Елизаветы Гродской.